как мы исполнили мечту моей девушки. Сегодня приехали на офлайн дроп одежды рэп-исполнителя Love66. Нас пригласили сюда организаторы и провели без очереди. Первым делом побежали смотреть его мерч. Поле очень сильно хотела себе такую зип-худи. Да и мне тоже она очень понравилась, поэтому мы решили купить ее. Хочешь, я тебе куплю ее? Давай. Побежали на кассу оплачивать покупку и исполнять мечту Поли. Как вы поняли, она мечтает о фотографии со своим любимым рэп-исполнителем. Ну и я тоже не потерял возможность сфоткаться с ним. Фотки можете оценить в моем телеграм-канале, переходите.